Олександр Городницький народився 20 березня 1933 року у Ленінграді. Один із засновників жанру авторської бардівської пісні, член Союза письменників Росії і міжнародного пен-клубу. Один із провідних російських вчених у сфері геології та геофізики океану. Брав участь у пошуках Атлантиди. Академік, професор, одружений. Має сина. Но если Атлантида погибла, то в прошлом году всерьез многие говорили о том, что вот скоро наступит конец света. Вы в конец света верите? Да, конечно. Рано или поздно он наступит. А как же? Вы знаете, это напоминает, когда больная спрашивает врача, скажите, доктор, я могу умереть? Он говорит, а да как же? Вопрос. Конечно, безусловно. Весь вопрос времени. Угу. Вот, кроме того, есть своя модель конца света. И я считаю, что катастрофы неоднократно были и глобальные, и биологические и в истории нашей планеты. Мечтаю о необходимо дополнение теории видов Дарвина, экологической теории глобальных катастроф Жоржа Кювия, который уже был великий ученый, и есть признаки того. У меня есть своя модель конца света за счет инверсии геомагнитного поля, которым я занимаюсь последние 40 лет, который вызывает резкую критику моих коллег, ученых, магнитологов. Тем не менее, вот сейчас был американский фильм, который это немножко подтвердил. Дело в том, что, понимаете, магнитное поле Земли Устройство мы не знаем. Все, что написано учебник, не соответствует нынешней модели строения Земли, модель магнитного динамо. Но никто не знает, кстати. Вот. И, но и, магнитное поле меняет знак. Плюс на минус и минус на плюс. Оно имеет опериодичное время, и поэтому не гармонизируется в математических редактах и так далее. Но известно другое. Это математический, это Медицинский факт, что это уже экспериментальные данные полиомагнитные, что был где плюс-минус, минус-плюс. И на протяжении явной жизни фонарозоя по латыни 570 миллионов лет сотни раз это менялось. Но известно другое. Каждый раз, когда меняется магнитное поле, сейчас наставляет 0,6 РСТ, напряженность магнитного поля падает почти до нуля. То есть на примерно 10-20 тысяч лет. Это копейки на весах мировой истории и геологии. Ну миллионы да, лет. Ну да. Но для нас с вами, чтобы отбросить коньки, этого достаточно. И самое интересное, что в ряде случаев, не всегда, перемена знака магнитного улицы сопровождается глобальными катастрофами. Например, 76 миллионов лет назад, когда все ящеры вдруг взяли и вымерли. Почему? Почему? Вот. Официально считается, что метеоритный дождь, там упали метеориты, и вот вдруг они по всей Земле стали падать, и они отбросили коньки. Я считаю, что это связанная версия магнитного поля, потому что до этого было 60 миллионов лет постоянно я поздно имел, а в третичном периоде она через, через полосица, и вот как раз на 67 миллионов лет приходится главный рубеж. Есть и другие примеры. Но ну, это ну, модель, пока она еще требует Ну оказаться. вот а, Ученые многие бьют тревогу в связи с экологией что люди до такого дошли, что уничтожают просто сами свою планету. Вы согласны с тем, что экологические проблемы могут приблизить конец света? Или это не влияет в глобальном плане? Понимаете, экологические проблемы, конечно, очень э, актуальны у нас и так далее, но слава богу, конец света от экологических проблем наших. Дело в том, что я являюсь ярым противником модели Альберта Гора. А uh -huh. антропогенном происхождении глобального потепления. Да, 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 да. Это, мягко говоря, тот случай, когда мировое сообщество не ученых, а чиновников. финансовая история, правда? Да. Это, это, это чистый распил денег и не маленьких, uh -huh. не имеет никакого научного основания. То есть глобального ли... потепления нет. Нет, есть. Было и есть. Она не зависит от человеческой, ни от промышленности, ни от чего. То есть все теплее. В Мезозаре вообще было чудовищные тропики были, человека не было на Земле. И так далее. Глобальное потепление зависит в основном от одного фактора, от расстояния до Солнца, грубо У -у. говоря, от солнечной энергии и от активности Солнца. Понимаете? Человек, слава Богу, ничего вложить в это не может. Все это вранье то, что они сделали, да? Вот. И это война с Петрем Мельницами. В Америке, например, Global Warming введено в школе и так далее, понимаете? А кроме того, то количество угле... Во-первых, вранье вот это... Единственное основное является его фильм. Я смотрел двухчасовой фильм «Неудобная правда». На самом деле, это удобная неправда. Вот. А, например, он За, заведомо все с ног на голову поставлено, потому что он показывает, что якобы количество углерода меняет, значит, что от выброса углерода... Углерод вообще не является загрязнением. Это полезно вместе с кислородом. Газ основа жизни. А во-вторых, не от углерода меняется температура, а от температуры меняется содержание углерода в атмосфере. Он специально злонамеренно перестал причины и следствия. Количество углерода, выделяемое из зеркала мирового океана, 4 пятых нашей планеты, каждый год в 100 раз больше при изменении температуры, чем вся промышленность вместе взятая. Хорошо, но климат поменялся. Вот я помню, климат был поменялся? маленьким. Были такие Было. сугробы зимой. Был другой климат. Правильно. Я ходил пешком через него, корного института, где я учился. Сейчас это не так. Мы прошли полосу глобального потепления. Потому что, а сейчас мы входим в обратную сторону. Сейчас у нас расставили две Арктики, все это правда. Но в Антарктиде лед, по данным значит, Академии Котлякова и других наших энергетических исследований, наращивается с той же скоростью. Поэтому общий баланс ледового покрова на Земле остается неизменным. И саморегуляция происходит природная. Происходит, во-первых. А во-вторых, что самое главное, мы сейчас входим в полосу малого ледникового периода. Лет через 15-20 у нас будет холодно. Здесь, в европейской части России и так далее. Один из таких примеров могу привести, это начало 17 века, угу. когда, значит, откуда мы знаем, какая температура была в 17 веке вообще в Европе? Дело в том, что британское адмиралтейство вменило своим послам в обязанность каждое утро мерить температуру той страны, где они находятся. И мы имеем бесценные данные с начала 17 века. По этим данным, это вот, очень интересно, значит... Интересно. Значит, был малый ледниковый период. Он придет в 21-25 годах к нам. Значит, снова. Что там было? Ну, посмотрите картины голландцев Питера Брейгера старшего Почитайте «Серебряные коньки» или что-то такое. Да? Значит, и он, температура упала на несколько градусов в Европе. И это имело огромные политические следствия. Если была Великая Голландская революция. 1565 1569 годы, когда герцог Альбас, победоносная испанской пехоты, давил этих гёзов и так далее, и уже все как бы выдавили. Вдруг грянули морозы, теплевые испанцы побежали из, -под, из Голландии, значит, как немцы в 1941 году из-под Москвы, и победила победил революция. А на Руси был еще интересен, на Москве. По данным британского этих послов, в 1601 году Москва-река замерзла на Яблочный Спас. В 1601? Яблочный, да. Это точные данные. Когда у нас Яблочный Спас? 19 августа. Август, да. Это по новому календарю, uh -huh. а по старому еще раньше. Uh -huh. 1602 год то же самое, 1603 год то же самое. По всей Москве мор, не урожай, не устройство, и пало правительство Бориса Годунова. Вот истинная причина смутного времени. Потрясающе. Понимаете? Да. Чебаркульский метеорит, какова его природа? Не могу ничего сказать. Знаю только, что я попал в Челябинск на второй день после его прилета. От него ничего как бы сначала не осталось, сейчас нашли. Но на всех базарах продавали осколки Чебракулицкого ветерина. Сейчас что-то там нашли, что на дне. Да, что да, да, вытащили что-то. Что что-то тяжелое там, все так. Скоро продавать будут. Ну, наверное. Я следил за прениями в Государственной Думе России по поводу... Российской Академии Наук, оставлять ли за ними право распоряжаться собственностью или нет, и так далее. Так и У меня сложилось очередь, да? Да, такое определенное впечатление, что ученые в России, да, наверное, и в Украине больше занимаются собственностью советских академий, чем самой наукой. Скажите, российская наука деградировала, на ваш взгляд, по сравнению с советской? Я думаю, что российская наука деградировала, на мой взгляд, по сравнению с советской. Это первое. Я считаю, что э, Академия во многом виновата в том, что сейчас э, ученик ей разгром, потому что, во-первых, снижением очевидной эффективности исследований, а с другой стороны, тем, что они очень быстро сдали свои позиции. Лауреат Нобелевской премии Жаря Салферов мне говорил о том, что если бы он был президентом, он бы не сдал Путину Академию наук. Я думаю, что он, он может быть во многом прав. То же, что происходит сейчас, я расстреливаю как государственное преступление. Потому что Академия наук, учрежденная Петром, получившая свободу и так далее, уничтожена в России. Вместо нее поставлено сверху... Вы видели, что уже сделали с Министерством обороны, да? Конечно. Ну вот. То есть сейчас это распил имущества. Ну да, Каким? много имущества. Да, имущества много. Вот. И я считаю, что российской науке нанесен огромный и, может быть, непоправимый урон. Что, в общем-то, делает первое, угроза российской науки, которая может перестать существовать в фундаментальном варианте, второе, это еще и геноцид интеллигенции. Потому что это значит остатков ее недобитых. А значит, молодежь будет уезжать на запад и так далее. Мы не получим школ научных и прочее, прочее. Потому что я совершенно уверен, что чиновники не должны и не могут управлять наукой. Это в любом случае должны делать сами ученые другая система ценностей. А сейчас вот мальчика поставили, это он, по-моему, симпатичный, зам Лапонина, Но у него же задача какая? Сократить деньги, все деньги перекачать в другие цены. Они это сделают. Вот это они умеют. Прекрасно делать. Вот, а система научная, ведь Академия наук это не, не только Седовласа, а Академия, которая там чего-то нет. Это еще научные институты, это Конечно. десятки тысяч научных работников, которые сейчас по повисают в воздухе и не думаю, что что-то будет из этого хорошее. Я категорически противник был этой реформы. Вот я там даже попал в центр какого-то скандала где-то, так сказать, вот, потому что у меня взяли интервью рен потом, значит, у меня были открыты письма и прочее. И вот, и сиги мои ходили, сейчас ходят в интернете. Сейчас на дворе у нас не Настя, очевидно, всем вокруг разогнать решили власти Академию наук сдать министром на поруки, только что-то не пойму, если нет в стране науки, защищать ее кому? Обещание верить бросьте, нам сейчас не интеллигент, бюрократам в горле костью стал опять интеллигент, не дадим в чужие руки нашей собственной судьбы, если нет в стране науки, там командуют жлобы. Нам сдаваться не пристало. Эта участь не про нас. Жизнь в Москве отстала и продавая нефть и газ. Не простят там наши внуки за молчание и вины. Если нет в стране науки, значит, нету и страны. Вас удивительным образом соединились физики и лирик. Вы автор более 40 книг и стихов и прозы. Скажите, а первые свои стихи и песни вы помните? Ха, еще вы. Значит, первых первые стихи я в седьмом классе написал, когда мне очень захотелось попасть. Я случайно там попал не в ту дверь, в дворце пионера, пишут у нее воспоминания. Я шел с замечательным художником Володей Михайловским под свой кружок рисования, и рисую очень плохо. Вот. А он был закрыт в дворце пионера на фонтанке. А соседней дверью я услышал, там стихи читали. Читал такой замечательный человек Дефим Григорьевич Эткин, впоследствии доцент, профессор Сарбонны, человек, защищавший Бродского. Вот. И мне же захотелось там присутствовать. Там было написать два стихотворения или один рассказ. Я побежал домой и написал за неделю два стихотворения. Одно из них называлось «Умирающий гладиатор» и удивительно смахивал на Лермонта. Не я бы сказал. А второй про геологов, как ни странно. Значит, что-то же было, да? Вот я их помню. Там. Мне даже у меня в полном современном сочинении сейчас меня напечатали стишки первые, как с, с моими комментариями, правда, и так далее. А первую песню я написал, когда заваливался в факультетский спектакль на третьем курсе и Сихи-то я написал секс а потом повезли стихи к композитору и наша певица, которая должна была эту песню петь, пришла в слезах, к комитет комсомола сложно петь не может, потому что как что-то там на что-то наезжает, меня вызвал старик комитет казался вот ты заварил эту История с песнями и мы завалимся значит на конкурсе все или и, и кутру будет песня пи, сам придумаю мотив я говорю Сереж ты шелся сохранил? как я могу мотив придумать что -то? а как хочешь завтра положишь комсомольский лет на стол я был человек достаточно тростливый. к кутру я написал мелодию и так появился первая песенка физический вальс потом уже Вы они помните сами... ее конечно конечно ну, у меня есть ну как она как она звучала ну ничего я бы не сказал что уже очень плохо, как ни странно. Первое ваше опубликованное стихотворение обличало поджигателя войны Черчилля. Это ужасно. Это 1947 год. В какой газете оно было опубликовано? В Ленинградской правде. И поэт Всеволод Тазаров, молодой поэт нашел гневные слова, чтобы обличить британского поджигателя войны Черчилля. Вы Я помните эти слова? Стихи, да. да. И в день, когда что там Черчилль вино красных маков возложил к могилам британских солдат, погибших в Второй мировой войне. Сейчас э, и день, когда в трауре каждый дом, в твой молчаливый день Англия заслонит дождем, хмурь твоих площадей, чтобы он к могилам пройти не мог по лондонской мостовой, потому что в его руках не венок, а факел будущих войн, что у него горят эти маки в руках. Вот я, я был очень, вам скажу. Да? Да. да. Воспитан так, как Гитлер Юген, Сталин. Но то, так сказать, Сталин Юген, что ли. Я, а что это? Вы знаете, мне так интересно, вы помните многие стихи свои. Помню, это, у меня это это не было. свойственно. А я не только свои помню. Я, когда у нас есть замечательный решер Игорь Масленников, такой, помните, это Шарлот. Да, да, он, да, он, да. Он. конечно. Мы с ним учились вместе в вот, Тарасе Пионеров в студии Литературы Анатольевича в 1947 году. Я ему на позапрошлом фестивале где-то под Ленинградом прочитал его первый съем, был потрясен. А как ты их помнишь? Файл был чистый. Как рождаются стихи? Это очень трудный вопрос, я не знаю, как это бывает, понимаете. Есть странные ощущения. Когда я пытаюсь что-то написать сам, чаще не получается. Всего не получается. Есть другое ощущение, что когда что-то вдруг появляется, она я... скорее записывает, потому что ощущение, что вот сейчас диктуют и перестанут. Точное ощущение, как будто, понимаете, поэтому я, что я не о себе говорю. Вот великая наша ПТС Анна Андреевна Ахматова сказала, что трудно ли писать стихи, а что ж трудно, когда диктует. А. Я, понимаете, я думаю, что поэт, я не о себе говорю, я не мое дело это оценивать, но поэт не должен гордиться тем, что он пишет, потому что Бог мог изобрать и другую антенну. Когда вам диктуют, записывайте ручечкой или надиктовываете? ручка. Нет, конечно, ручкой, Конечно. А песни сейчас более странно. Там же с мелодией вместе. А mm -hmm. я, же, я же горный инженер, у меня же, я сальфетжио не знаю. У меня будет смеяться, у меня вот сейчас вот будет презентация книжки здесь, в Киеве. Там нотная запись, там более 300 песен. Комиссия по авторскому праву, состоящая из авторитетных композиторов, установила оригинальность моих музыкальных мелодий. Ни одну прочесть не могу, я не грамотный, я нотная, грамотный, не знаю. Кто ваши любимые поэты? В юности был Резиар Киплинг. Я обожал этого поэта. Он во многом мою судьбу, хотя и в русских переводах. А так, конечно, Пушкин. И э, я имел честь быть с ними дружным, или не с нужным, хотя бы знакомым, поэт фронтового поколения Борис Слуцкий и Давид угу. Самойлов. Прекрасные поэты. Прекрасные. Мне Борис Луцкий давал... Они оба дали мне рекомендации в Союз. Третьим был Вадим Сергеевич Шефнер, замечательный да, ингардский да. поэт, uh -huh. который мне сказал, Саша, у вас плохие рекомендации, на дворе стоял 50 какой же, 72 год. Я говорю, почему? Трех евреев. Я говорю, ну вы же не еврей, вы же швед. Я швед. Он про правнук шведского полковника, взятого в плен под Полтавой. Он нас такой настоящий Шефнер. Есть мы с Шефнером, его предки были адмиралами, там, uh -huh. он на Дальнем Востоке. Он говорит, я-то швед, но кто знает, фамилия Шефнер? Это были замечательные поэты, и э, надо сказать, что... Нет, ну, и это гораздо шире, конечно, есть, так сказать. Я же из одного поколения с Бродским, даже у меня чуть помоложе, да? Что у вас вот было за перешедшая в конфликт встреча с Бродским? У меня не было конфликта. А, не, не конфликт. Это, это, это я в книге воспоминаний пишу... Ну, когда мы с ним говорили о поэзии, в Москве мы сидели. Вы в Москве, не в Питере встречались? Нет, мы в Питере встречались. То это, это, это не конфликт. Я-то благодарил перед Слуцким и э, м, Самойловым, а он мне сказал, знаешь, Саня, я тебе скажу, что и Слуцкого, и Самойлова, и тебя, всех можно поставить э, в одну шеренгу и рассчитать на первое-второе. Все это такое дерьмо по отношению к тому, что пишу я. Дерьмо или хуже сказал? Нет, не хуже. Он, он мог говорить, да. Вот. А я сказал, ты, сволочь, как ты можешь о Слуцком, ты бездарный. Он не бездарный был, но он, 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 у, него, у него был тяжелый и сложный характер. Я не знаю, видели ли вы теперь, э, ну, там, извинительные письма, там, и так далее, Кушнера по поводу их там конфликта. У него почти все могли быть конфликты, но... Э, вот то, что Евтушенко сейчас с Романом mm -hmm. Волковым, вот, mm -hmm. это очень грустно. Мне так жалко Евтушенко, безумно. Mm -hmm. Он достойный человек, он сделал свое, свою эпоху. Понимаете, он человек одаренный. Он был когда-то очень талантливым поэтом о свадьбе в дневоенное, mm -hmm. обманчивое манчево mm -hmm. в юности. То, что пишет сейчас, к сожалению, читать гораздо труднее. Вот. Но вот его это разговор о Бродском и так далее, его попытки доказать, что он не был стукачом, он не был стукачом на самом деле, но он сотрудничал с КГБ на высоком уровне он выполнял их задания. А вы что думаете, Маяковский не выполнял? Это очень сложное дело, потому что от наших поэтов с властями придержащими, особенно с карательными органами, Бабель, который лез как бабочка на огонь, не обязательно к Сталину, но все, сказать, к Ягоде, это вообще это трагическая страница нашей И жизни. Ряда руководителей КГБ СССР, в частности, Филипп Геисович говорил мне, что Евтушенко никогда не имел никакого отношения к КГБ, слишком болтлив был. Между прочим, это напоминает то, что говорили, говорили декабристы о Пушкине, что Пушкин он слишком болтлив и так далее, да? поэт, потому что нет, он, но то, что я прошу прощения, то, что когда он, ну, я не хочу удаляться, у меня есть основания полагать, что сотрудничество все-таки было. Сотрудничество, а не, не стукачество. Он слишком, это не тот ранг отношений. Что произошло с Бродским у вас? у меня ничего особенного. Почему я вы ним... поссорились? Из-за а и Самойлова, да? за аудиации я ему сказал, ты, как ты можешь, не говорить, и мы с ним поругались. Но, но и за самой и за Лосков, за которых я заступился, которые для меня были, остаются замечательными поэтами. Он вообще броски всех считал поэтов ниже себя, да? Нет. Джона Донна, например, нет. Владимира Высоцкого, например, нет. Да, Он не считал. Владимира Высоцкого. Он не любил авторскую песню. Потому что когда Женя Клячкин, замечательный mm -hmm. композитор, mm -hmm. трагически погибший в Израиле, написал свой э, цикл на Си Бродского, ему надо было получить разрешение Бродского. Я звонил ему, там все. И он послал... И, и, Женя, и, и Бродский сказал, он дал разрешение. И когда он сказал, прислать вам диск, он сказал, нет, этот Жан меня не волнует. Он не любил авторской песни. Ее вообще никто не любил. Ее никто не любил. Давид Самойлов в свое время, когда у него брали интервью на телевидении, я при этом присутствовал в Апалихе, под Москвой, когда его просили называть из живых 10 крупнейших русских поэтов, он назвал там много кого, в том числе и те, кого бы я не называл, и не назвал Булата Акуджава. Я сказал, Дэзик, а почему Булата? И он мне сказал, Алик, запомни, я сказал, настоящая поэзия не нуждается в гитарной подпорке. Какой Мой спор... спорный вопрос. Мой любимый поэт и друг близкий. Один из лучших русских поэтов, Александр Семенович Кушнер в Ленинграде. Mm -hmm. Прекрасный mm -hmm. поэт. Очень брезгливо относится к авторской песне. Делает для меня исключение, только потому что я пишу стихи. Так ненавидит Высоцкого и считает его графоманом. Вот тут чуть-чуть до драки у нас не дошло, когда умер Высоцкий. И нас спас только Эдельман, который нас повел, мы несколько выпиши рассказывать, как убивали Павла I. Это было Красномойки, недалеко и так далее. Вот. Это очень субъективное дело. Понимаете? То же самое, скажем, э, известный наш поэт Дмитрий Сухарев в предисловии к антологии автора написал, что Булат был э, там, так сказать, гитарист на троечку, а Высоцкий вообще и не поэт. А я считаю, Высоцкого одним из ярчайших поэтов 20 конечно, века. В первую, очередь, поэта, в в первую очередь. очередь. конечно. Потому что, понимаете, у него, помимо всего прочего, если даже у пострадака через стоп рифмы, там, э, я и напечатанным слово не подрезал, да, это очень красиво, а у этого уже э, 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 ты же меня спас в порту, да, Брусский по и это идет до дом дыхания. Это поэзия. Владеет русский. это поэзия, да. Безусловно. Бродский велик был? Я думаю, что Бродский является одним из выдающихся поэтов 20 века. А самый великий кто? В 20 веке. Мне трудно сказать, потому что там были свои приоритеты. Понимаете, дело в том, что это же вообще очень трудно. Это не бокс, это не футбол. Там да. нет первых и вторых. Да. Я всегда привожу пример самый великий поэт там, Пушкин из этой эпохи. Ну, Пушкин не написал «За батюшкова память сердца и сильнее рассудка памяти печальной. И, да. и задержание не написал. Понимаете? И поэтому. И либо поэт, либо не поэт. Там нет стадии, нет табеля о рангах. И не должно быть. А, Галич – один из столпов авторской песни. А, каким был человеком и а, нравится ли вам его песня? Песни, песни безусловно, нравится. Более того, я считаю, что его вклад в русскую поэзию так велик, что ты не писал песен вообще, а только Кадиш, память угу. Януша Корчика, угу. он уже вошел бы в русскую поэзию. Достаточно. недостаточно. Мне не довелось быть с ним знакомым практически я видел один раз в жизни. Со всеми остальными я хорошо знакомый, и дружен, там и все такое, нашими бардами. А тут как-то вот не получилось. Песня мне безумно нравится. К сожалению, к великому сожалению, сейчас о нем стали подзабывать. Стали подзабывать. А знаете потом... почему? Знаю. Закончил жизнь не здесь. Вот. Очень интересно. Я все привожу этот пример. я с вами согласен mm -hmm. совершенно, понимаете? Потому что Высоцкий умер здесь. Галича выкинули там, погиб там, умирать надо там, где ты живешь и пишешь. Угу. И даже если не по своей вине, он же... Да, ну, как не бы предал, вине, как вы, бы вы предал, да. Как бы, а с Бродским все наоборот. Да. Как, если бы он остался в России, ничего бы не было. визбор что за человек был? Мы с ним были близкие друзья много лет. Он был ярчайший, интереснейший человек. Его все время Понимаете, он же очень одарен во многих отношениях. Это его как-то и губило, потому что он прекрасный журналист, блестящий. Он же актер оказался У -у -у. интересный. Прекрасно. Ну, сейчас, сейчас посмотрели мы его акварели и масло. Он интересный художник. Он написал э, интересную прозу, которую зарубили вместе с моими стихами, не, не печатали в Мурманске, тогда я помню. И э, самое главное, говорят о Тюче, он был великий русский поэт. Наверное, все, кто могли сидеть с ним с одним столом, что это ерунда, Тютчев был гениальный собеседник. Вот э, Висбор. Юра Висбург был опаятельнейший мужик. То есть то, что там все бабы дохли, это я их вполне да. понимаю. Это моментально, причем на раз. Вот. Он был обычный человек, понимаете? И он очень одаренный, конечно, автор песен. Потому что, кстати сказать, именно Юра Визбор уйдя из жизни, самый популярный до сих пор. Он, не Высоцкий, не так. Более Вы всех, серьезно говорите? Поют только Висбор. Посмотрите фестиваль. Я тут, понимаете, у нас же нет сотни фестивалей по всей России. Я у -у -у. же как синий представитель фунт, значит, Председатель многих фестивалей, как вторая профессия, да? особенно Грушинский фестиваль, uh -huh. которые на берегах Волги больше всех поэт-визора, по, по, по подсчету и так до сих пор. Портай и Борман. Да, ну, видите, вот такой интересный еще был человек. У меня о нем целая глава в книге воспоминаний. Булат Шаловича Куджава, чьи песни я до сих пор, честно признаюсь, слушаю, и мне они очень нравятся. Он в жизни ярким был человеком. Довольно своеобразным человеком, понимаете? если Визбор был действительно яркий личностью угу, и так угу. далее, mm явно был, но, но Висбору все было наружу, на показ и все, понимаете, актеры и все такое. Алгужев был человеком достаточно скромным, очень таким вот, ну, мягко говоря, я вся привожу по пример, кто там говорил, они ездили выступать куда-то в Сибирь, тогда еще, знаете, когда вся эта квадрига была, там, да. Евтушенко, Вознесенский, и был Роберт Рождественский. И какая-то дама сказала, а Роберт Рождественский был красавец, толстыми губами такой чувственный и такой был, да. и какая-то это самая вот такой жалко вот красивый молодой вот вот этот а этот худенький да нет на девки не может быть вот настоящий поэт понимаете Акуджава был совершенно другим человеком он не любил так сказать никаких громких вещей и так далее он был безусловно, гениальным поэтому я считаю в песне гениальным в песне да песня. Есть две или три песни, которые я считаю действительно ограниченными. Например? Идут. Например, как ни странно, жанровая песня ваша «Благородие госпожа удачи». Угу. Ну да, конечно. конечно. Вот. И э, Марит Франсавион. Угу, угу. Ну еще можно навести пару. То есть, на меня они действуют. У меня, у меня, у меня с детства или идут мурашки по спине, или не идут. Идут. От Высоцкого идут мурашки? Да, конечно, безусловно. Безусловно, от многих его песен, понимаете? Единственное, вот понимаете, когда это единственный пример, когда человек, когда он на хрипе, на крике, он убеждает. Потому что я не люблю, когда... В песне искренний кричат. хрип и крик. Да, искренний хрип и крик. я очень отрицательно отношусь к этим безобразным попыткам сделать Высоцкого наркомана, Пьяницу и выставить это как первый и главный его, так сказать, бренд. Вот то, что сейчас делается с этим фильмом, я не пошел смотреть Знак протеста». Спасибо, что живой. Спасибо, да. что живой. Это ужасно, по-моему. И то, что сейчас собирается Никита Высоцкий за большие деньги, надо сказать, продать отцовскую физиономию, чтобы выпускать водку Высоцкий. По-моему, это пошло. Что главное было в Высоцком, на ваш взгляд? неистовая интонация откровенности. Хорошо сказали. Понимаете, вот, э, вот это вот, вот это, понимаете, это самое. Как, у него есть гениальные строчки, которые по поэтически я не знаю, что может с ним Казалось, меня кругом сплошная ночь, тем более, что так оно и было. Да. Да. То есть это же черт что. Попробуй написать. Да. Вы знаете, меня подкупает вас то, что вы очень объективный человек, способный восхищаться коллегами. Я не объективный совершенно, это я объективный ужасно. Понимаете, но. Тем но, не но, менее, вы мне так не восхищаетесь? Ну, конечно, а как же? Другой бы сказал: ну да, ничего, ничего. Не-не, ну что вы? Что вы? Это совершенно неповторимые вещь. Кто из современных людей, которые живы до сих пор в бардовской песне, вам нравится, в авторской песне? Ну, я не знаю, есть Розенбаум, есть Митяев. Это другое поколение. Мне нравится, к сожалению, ничего ничего не пишешь, старая больная женщина Новеллы Матвеева, mm -hmm. которая писала mm -hmm. Бессмертная песня. Там Девушки с таверны, mm -hmm. да? И ряд других песен, да. Мне нравится мой друг Юлий Россанович Ким, который писал блестящие песни и, и еще, да еще и, и с режимом. Угу. понимаете дело в том что тоже очень важная вещь сейчас очень многие люди моего поколения бьют себя в грудь и говори, кричат что они воевали с режимом что это тогда не буду есть у меня несколько мили, не хочу озвучивать сейчас на этом фоне я всегда говорю что я никогда не воевал с режимом я не да, диссидент. вы не диссидентствовали да. это режим воевал со мной и не только со мной авторская песня ну я же работал на оборонку я же так сказать Булат Куджава никогда не воевал с режимом, потому что он и кровь проливал, и так сказать, член партии, и, и комиссар в, в пыльных шлемах, э, и так далее. А вот режим с нами воевал, потому что авторская песня вся, целиком. Скажем, у Куджава не сидит. Э, Давала Матвеева крупный лирический поэт, и так далее. Они всех поставили под гребенку Значит, жанр потому, был жанр подозрительный. По себе, подозрительный. даже нормально. То есть интонация, жанр подозрительный. Потому что в наше время же что такое социализм? Вы человек молодой, его не помните. Ленин всегда живой. Нет, нет, там была формула. Это восхваление начальства методами, доступными его пониманию. А если хвалишь, то все равно плохо. Из более молодых, вот я назвал фамилии Розенбаум, Митяев. Розенбаум талантливый человек, мне очень нравится его ранняя песня. Жанр, вот этот детский жанр, mm -hmm. «Приходите к нам на огонек», mm -hmm. вот. ну, с, с Ядова списанная Мурка там, гоп-стоп, подошли из-за угла, потому что Мурка-то, я думаю, написанная гениальная была песня в свое время. Понимаете? Дело в том, что Олег Митяев способный очень человек, я его когда-то открыл, как он утверждает, в фестивале в Челябинске, он одаренный, в общем, человек, но это уже немножко другой жанр, понимаете? С авторской песней, представляете, нехорошая вещь. Дело в том, что представители первого поколения авторской песни, они все были литераторы. Да. Это были поэты с гитарой, но ну, и не с гитарой, если там, владели брать, словом русским языком. Да, если брать там Вертинского и говорили Казмина, а вообще-то с гитарой. Но это были все поэты, угу. понимаете, это и была так джава. И у Пайланды Галич, и, та, и гениальный Высоцкий, и, так сказать, кого хоть и и, Ким, и и мой друг Михаил Анчаров, не забытый uh -huh. сейчас уже, uh -huh. к сожалению, блестящий прозаик. Теперь с их уходом из жизни авторская песня ушла из литературы. И перебралась на эстраду. Сейчас блестящие играют на гитарах, хорошо поют, все озвучивают. и Вместо стихов пошли тексты. Это уже не тот жанр. Труба пониже, дым пожиже. Первое. Второе. Авторская песня, особенно 60-е годы, она всегда возникла прежде всего как протест. Почему Галич? Почему Высоцкий? Почему, значит, Ким Рани? И так далее. А сейчас что? Где она? Один Тимур Шауф на Кстати, да. Кстати, вот. вот Тимур Шауф интересный автор. И у него есть еще интерес. Мы с ним, кстати, когда было протестное собрание Академии наук 29 августа в здании президента в Москве, на этом огромной конференции мы выступали с песнями «Я и Шау» в знак протеста против готовящейся реформы. Как вы относитесь к русскому блатному шансону? Значит, первое. Значит, заработаю в Арктике все-таки порядка 17 лет. Я начал писать песни, под влиянием песен, которые слышал там. Это были песни зеков. Я их люблю, помню, их раз все хочу, пока не помню, записать хоть несколько. Это великие песни, там вроде «И тут на сера рака огромная», «Кого не спрашиваешь всех указ», или «Я помню, тот Ванинский поворот, mm -hmm. И борт, пароход, или там «А на дворе хорошая погода, в окошко светит месяц голубой, а мне сидеть еще четыре года, душа болит, как хочется домой». Понимаете, я был начальник партии, пели работяги наши, которые не по своей воле-то оказывали в Турканском крае, из разконвоированных расконвоированных зайков. А я был молодой и глупый. Они поют у костра, я к ним подхожу. Ребята, а кто автор? Они как глупому с угрюмой смешкой отвечали примерно так. Слова народные, автор скоро выпустят. Я перестал спрашивать. И первые мои песни, «Деревянные города», угу. не говоря уже о песне «На Мазерику жил последний караван», я писал как подражание зайковским песням. Угу. Это первое. Второе. Так называемый русский криминальный шансон. Никакого отношения ни к зэкам, ни к горькой истории сталинского гулага и постсталинского гулага не имеющего. Это, я считаю, субкультура, вредная, бездарная, ничего общего не имеющая. Значит, все слова фальшивы. Во-первых, шансон. Шансон – это великое искусство, это Броссанс, mm -hmm. это Ив Монтана, Шарльз Навур. Но это не русское искусство. У нас не шансон, у нас песня. Во-первых, поэтому называть шансон неправильно. Второе, он не русский, поскольку я уже говорил, и он, наконец, он не криминальный, это фальшак. Послушайте фальшак. что, это фальшак, говоря mm -hmm. лагерным языком, понимаете? Это подделка. И наконец последнее, понимаете? Это наносит сейчас дико популярность, стас Михайлов, огромные залы, понимаете? Это не так безвредно, потому что следующее поколение молодежи приучает жить по законам блатарей. По законам лагерным. Что у нас? поставить сверху пахана и все? Понимаете? Я всегда вспоминаю, что когда хотели значит, в средние века в Дании убить короля, то капли от никуда не а в ухо. Понимаете? И вот это очень мне... Я категорический противник нашего русского криминального шансона. Я считаю, что у нас, в том числе и с помощью вот этого оболования у нас идет декультуризация страны. какой то какой-то, плюс стабилизации всей страны, понимаете? Это очень опасное дело.